Вот это любовь. Это называется любовь. Смотрите, как они спят через забор. Им забор не помеха. Любви забор не помеха, короче. Ай-яй-яй. Молодцы. Боренька с тещей лежит. Умницы мои. Наверное, разговаривает о чем-то, о любви. Он свои прелести выставил. Вон они родители, дети подходят к ним. Он очень добрый, между прочим. Борька. Понимающий. И все подошли к маме, к папе. Всем хватает места. Но у него, конечно, места много. Но он тут в основном находится у забора. Его волнуют только дети и жена. Любимая. Он временами даже не кушает. Вот 3 дня он не кушал вечернюю, ночной, ну, ужин он не ел. Я приношу, а там все целое. Но за день съедает. Сегодня пришла опять, чуть-чуть осталось. Вечернюю еду не ест. Видно, страдает ночью. Аккуратный он. У него в его этом самом помещении чисто. Даже 2 месяца не чистили, не было возможности к нему зайти. Ну, не 2, это чуть больше месяца. А, так это самое, он в сторону все это отгребал. Спал на сене. Чистенько там делал, все убирал, потом и сено убирал. Гадил только в одном углу. Аккуратный мальчик. Тут петухи гуляют, бесхозные. Нет, это у нас главарь. Это у нас главный, вот этот вот. А этот новенький, его еще никак ему. Сейчас подрастут его семейка, его порода, тогда будет толк. Ну, короче, разделили территорию петухи. И там тоже, и там гуляет петух вон. А вон наш маленький поросеночек гуляет. Хряк будущий, производитель. Но уже начинает матереть, как говорится. Уже такой, ой, 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 мальчик спит с мамой, попу-попу. Вот они спят. Вот каждое животное интересно по-своему. У свиней я много очень тоже интересного заметила. Главное, я приучаю чесать за ушком и тещу, и хряка. Борю. Он сюда подходит ко мне, сюда вот. Вот я стою тут. Вот он сюда подходит. И я начинаю его чесать палочкой. Он смотрит, смотрит на меня, потом берет и ложится. Чеши меня. Сегодня чесала, аж рука устала. Говорю, все, Борь, не могу больше. Рука болит. Устала. Чесала долго. За ушком. Ему хорошо, тут купается. Водичка закончилась. Надо водичку чуть-чуть подключить. Все выбили. Было столько травы у них, крапивы. Такая высокая была крапива. Ничего теперь нету. Все уже вскапывают теперь. Хоть грядки сажай. Думаю, дожди пройдут, грязь-то какая будет. У него-то чисто будет. Вот такие дела. Вон он, хрячок, уже стоит. Девочку какую-то приходывает. Ах ты маленький, ах ты маленький. А она раз на бок легла.